Эй, чуваки, здорово. Это ваш персональный нешарящий русский сенсей. Сегодня мы будем учить отмену анимации. Применяют ее по большей части для перьев. Для чего нужны перья? То есть я бы посоветовал вам поюзать перья, даже если у вас не билд на ниндзюцу, да, на навык и так далее. Все равно перья можно там и без прокачки, да, юзать. У меня вот, например, навык 19, блядь, да, ловкость 30. Но я вот, то есть, да, если захочу, я поюзаю, не поебать на билды, да, то есть перья на самом деле нужны не то, ну, не конкретно для дамага, который наносят сами перья, да, а больше для наложения эффектов горения, да, промокания и вот этой молнии, то есть, чтобы замешательство. Ну, по замешательству я отдельное видео следующее сниму, то есть, чтобы было понятно, для чего нам, блядь, менять вот этих способностей, ну, йокай, да, духов вот этих вот, для чего, допустим, перья нужны, для чего это. То есть перья — это охуенная штука, то есть ей может пользоваться любой персонаж. Если хотите изи-пизи метод, блядь, дикий, да, то есть вот перья на самом деле. То есть перья надо применять, когда тварь сидит на коленях, да, то есть тогда у нас и дамаг будет больше, и все. То есть вообще конкретно, да, вот, блядь, опять нахуй, чтобы они... Посмотрите, сука, а? Так, да? То есть, смотри. Я делаю, да? Вот, отмена, да, анимация? Теперь, смотри, у него наложено на него огонь, блядь. Этот, молния, да? И замешательство. То есть, что такое? Ну, ладно, это в отдельном видео про замешательство. Короче, он, блядь, не может восстанавливаться. И дамаг увеличенный получает, да? Блин, да ебал, сдохни, сука. Вот. То есть, это один из способов. То есть, что я сделал, да? Вот у копья, вот на этом скеле очень поздно начинается окно ки. То есть, вот эти вот белые шарики, которые собираются, они начинаются очень поздно. И мы после применения этой способности юзаем перья, делаем да, пульсацию ки, юзаем другие перья. То есть вот так, техника такая. То есть я сам ей особо не пользуюсь, то есть, да, но техника охуительная. То есть мы прямо вот мочим, грубо, да, и прямо между ударами, блядь, мы еще и перья хуярим. То есть, ну, это пиздец, можно просто унижать, опускать. Странных юкаев, да. То есть вот, у каждого оружия, да, то есть есть какая-то отдельная техника, у которой вот это окно ки начинается очень поздно, да. То есть, с каждым оружием можно это делать. Если подробно нужно знать, да, вам, какие техники, то это канал Last Two, то есть через двойку, Lord по-английски пишите. Это вообще, в принципе, самый главный сенсей у нас по нео американский. И там видео Item Animation Cancelled, то есть вот там можете посмотреть, то есть там прямо он показывает катана, значит, и демонстрирует, да, после каких это применяется. То есть смысл понятен, да? То есть мы делаем технику, делаем перья, пульсируем ки, делаем другие перья. Это сложно. Я этой хуйней не пользуюсь. Я по-простому, то есть я отменяю анимацию просто применить юкай. Может помедленнее, но мне хватает вот этих. То есть есть специальные юкай способности, которые считаются, ну, ну, для отмены, что они для отмены, да. Блять. Короче, вот, например, вот эта хренотень, да, заблудший воин. Очень быстрый кор, то есть круто его применять. То есть можно отменять анимации не только перьев, да, то есть любые анимации предметов, там, магия, меда, там, каких-нибудь, блядь, талисманов, да, бафов. То есть там, пока проходишь первую сложность, да, допустим, тебе не открылось еще вот эти вот специальные 30 уровня способности, да,
бафы долго идут, вот ты можешь в бою, допустим, бафнуться, ударить вот этой вот заблудшим воином, да, чтобы быстрее это все было. Потому что, блядь, на первой сложности вообще хуй бафнешься в бою, блядь, эти твари заебывают, пиздец. Например, вот этот вот, да, воинский лет, отличный, отличный кор, да, для отмены анимации. Какие-то дешевые, то есть нам нужен дешевая быстрая душа. Вот, то есть критерии выбора духа для отмены анимации. Любая быстрая душа, да, дешевая, нам покатит. Ониби, да, там был вот Ониби, да. То есть помимо того, что мы по нему перьями будем хуячить, мы еще себе баф на оружие наложим. То есть мы не просто, блядь, себе баф накладываем. Мы можем еще это, то есть сразу же несколько вещей сделать, то есть ёбнуть перьями, наложить баф и потом просто надрать, суки, задницу, да, то есть, например, блядь, двое перьев у тебя, да, огненные и с молнией, ты делаешь ониби себе вот этот вот голову эту ебаную на воду, да, то есть ты ебашишь огнем, делаешь там голову, да, то есть, ну, не мартышку, а голову, делаешь молнию, у тебя, блядь, еще копье, которое водой, да, пропитано, блядь. Ну и нахуя вот мне, блядь, бил там, да, на какую-то хуйню собирать. То есть тварюги сразу же замешательство наложится и, ну, будет охеренно. Про замешательство в следующем видео. Надеюсь, я понятно, да, объяснил. Это нихуя не про канала. То есть я поторопился с пульсацией ки. Ну, короче, учиться надо. Это сложная техника. Я отсосок в ней, я просто, блядь, использую. UK способности. То есть помимо этого, да, допустим, вот Shoot and Dodge или как он, блядь, наложил бафы, да, на Амриту и на Плеяды, вон два бафа. То есть я еще себе набафал, помимо того, что перья юзал. Короче, ну это читерские техники, да. В следующем видео про замешательство и для чего вообще перья нужны. То есть я перьями можете юзать их, даже вот навыки не вкачанные, если у вас. Охеренная штука может помочь. То есть где-то можно вставить, сука, ее, да, еще между вот этими всеми, блядь, пиздецом, который происходит, да. Можно еще перья вставить, да. Блядь, не видно было. Мы мочим. Так вот хуярим. Можем добавить просто перья. То есть мы можем добавлять перья в принципе с каждым применением любой ее способности. То есть вот. Короче, подписываемся на канал или не подписываемся, мне откровенно поебать. Информации нету, поэтому для этого и снимаю. Короче, пока, ребят, удачи в освоении новых техник.